Всем приветик! Сегодня я хочу заснять видео на конкурс от Кати Рогошиной. И извини, что неправильно называю, я не знаю, как назвать. Я решила в этом видео, сделать платьице. Я уже подумала, для кого. Это будет для спектра Вандергейст. Мы с бабушкой сделали, осталось нам только чуть-чуть. Я не знаю, как это сказать. Почему подходит оно так? Штанишки у нее черные. Ой, какие черненькие, фиолетовые. Не знаю, как называется это. Тоже фиолетенькая. Волосы фиолетовые, губы фиолетовые, темный фиолетовый. А тут светло-фиолетовый и темно-фиолетовый. Ее любимые цвета. Все. Итак, я вышлю это видео на YouTube на Одноклассники. Почему на YouTube я вышлю его? Потому что просто в Одноклассники у меня не получится его выслать. Итак, в чем заключается конкурс? Извини, что говорю вместо тебя, Катя. Я просто рассказать. Итак, конкурс заключается в том, у кого будет... вы можете или сшить одежду, или найти у себя дома просто одежду, или купить одежду. Для кого угодно, может для монстриков, может для Винкс, Барби и так далее. Все понятно, надеюсь. Извини, что я повторяюсь. Надеюсь, ты меня простишь. И спасибо, что смотрели. Спокойной ночи. Я вас люблю. Пока-пока.